Привет, ребята! Меня зовут Кривошейна Елена. Где нужно ники обычно Келине. Я сейчас в путешествии. В данный момент я в Тюмени. Сижу на набережной. Здесь какая-то прям такая вся веселуха-веселуха. Ну, может быть, по причине теплых деньков, которые настали. И очень-очень много гуляющего народа. Я подумала, что прикольно бы поснимать этих самых гуляющих тюменцев. Потому что есть некоторые очень интересные. Люблю разглядывать людей, которые встречаются в других городах. Сейчас, секунду. Вот смотрите, вот это сижу я. Привет, это я. А мимо периодически проходят тюменцы. Ну, они где-то проходят и вот так далеко. Но попробуем мы их заловить поближе. Будем ждать. Ловушка открыта. Папа с дочей прикольные. Папа-то обычная, а дочь реально прикольная. Видите, какая лапа. Девушки гуляют. Что-то все тюменцы разбежались. Видимо, почуяли, что их ждет. Это, собственно говоря, тоже тюменцы. Можно и так. Очень много ездящих на велике. Ребятки, молодежь идут классные. Ай, едет молодежь тоже классная. И бегает молодежь классная. И бродит. Гуляет не только молодежь, но и повзрослые люди гуляют. Интересно, товарищи тоже на выгуле прогуливаются. С мороженым, со сладкой ватой. Это я. И вот так выгуливаются. Если нет компании, можно брать в компанию велосипед. И как хорошо быть малышом. Такие вкусные мороженки. Ну, это компания-то была у папы. А вот современные тенденции, да, но как-то ролики, вот, мне кажется, нынче уже не так. Все гоняют на самокатах, на велосипедах. Интересно, девчонки выгуливаются по набережным из удовольствия или в надежде, что будут замечены кавалеры? А какие девочки? Ой, еще девочки. Ой, да их там немало девочек. Явно кавалеров обсуждают. Вы что, насмотрелись на тюменцев? Честно сказать, я не насмотрелась, но у меня время выходит. Нам скоро уже надо ехать в гостиницу. Так что я, видимо, пошла к машине. Да. Хорошего вам дня, вечера, утра. Если что, подписывайтесь на канал. Я езжу часто. Получается, что по разным городам. В процессе буду снимать. Буду показывать. Спасибо, что посмотрели. Еще раз подписывайся на канал. Можно ставить лайки. Пока-пока.